Это прекрасно, брат Сергей говорил, как в поезде ездит свидетельство. Я тоже ездил, знаете, это очень благословенное время. Я раньше ездил всегда в Кировоградскую область, там была небольшая церковь, человек 30, и меня братья отправляли туда, там служителя не было. И я ездил туда. Вы знаете, самое счастливое, наверное, время было, когда я ездил. Потому что Бог всегда в поезде давал людей, которых можно свидетельствовать. Слава Богу. Вот мы сегодня слышим, что о чудных делах Божьих, что мы видим Его, слышим. Знаете, как-то одна девочка в школе училась с верующей семьи. А там учительница всегда говорила: где твой Бог? Как Его увидеть? Я Его не могу увидеть. А девочка стоит и говорит: Бога могут увидеть только чистые сердцем. Видите, какая мудрость Божья в детях. Слава Богу. Я благодарю Господа, что имею возможность быть с вами. Знаете, мне хорошо быть здесь. Знаете, вот есть разные водоемы. Вот. В одном водоеме бывает одна вода, в другом водоеме другая, и там рыбы живут, и там. Но если с одного водоема перекинусь в другую, вот, значит, не всегда рыбы, может, там уютно. То у нас такой же водоем, и поэтому мне быть с вами хорошо. Слава Богу. У нас такая же церковь, как и у вас. Вот, слава Богу, когда-то к нам приезжал, вот его уже нет, он в вечности ушел с вашей церкви, Мельник Микола Адамович. Знает, мы его тоже знаем, только я его и знал с вашей церкви. А теперь я знаю у вас многих так. Вот, поэтому пусть Бог благословит. Я хочу поделиться так словом кратенько для вас, то, что сам переживаю, то, что мне Бог говорит. Я всегда говорю то, что переживая то, что мне Бог говорит, потому что проповедник должен сам сначала проверить себя по этому слову. Бог всегда говорит сначала мне, а потом я говорю, что может кто-то еще увидеть себя в этом слове, в этой проповеди. Знаете, апостол Павел писал послание одной церкви, он знал, видел эту церковь, он напишет это послание к Ефесянам, 1 глава, с 15 стиха. «Поэтому и я услышал о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Апостол Павел слышал, что есть такая церковь в Ефесе. И он, я думаю, что он истинно правду говорил. Что говорит: «Услышал о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». То есть эта церковь имела веру в Иисуса Христа, имела любовь. Но апостол Павел пишет, говорит: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И он видит, что, знаете, получил откровение, то знание, что в этой церкви что-то не хватает. И он говорит: «Я молюсь, я благодарю за то, что вы имеете веру, за то, что имеете любовь ко всем святым, но, говорит, я молюсь о вас непрестанно и благодарю, и прошу, говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости». То есть он видит, что в этой церкви не хватает премудрости, мудрости. И он говорит: «Я молюсь об этом». Я думаю, что это, если он так писал, то он это видел и знал. Ему Бог показывает, что в этой церкви не хватает. Может человек иметь любовь к другим, верить во Христа, но не иметь мудрости, премудрости Божией. И Павел видит, что в этой церкви этого не хватает. И много чего он дальше пишет. И откровение к познанию Его. Потому что без откровения свыше народ не обуздан. Так Писание говорит. И Павел видел, что в этой церкви, да, они имеют веру во Христа, они приняли, они имеют любовь. Хотя было прошло время, когда Бог к этой церкви обратился. «Знаю труд твой, знаю терпение, знаю то, что ты переносил, много скорби, но имею против тебя то, что ты оставил, первую любовь». Смотрите, сначала имели не любовь, а потом же Бог обращается к этой же церкви. «Ты, говорит, делал то и то и то, но имею против тебя, ты оставил любовь». Поэтому, дорогие братья и сестры, нужно иметь и то, и то, и то, и трудиться, и не оставлять. Ну, и Павел говорит: «Я молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Потому что если нам не будет откровения, не будет открывать Бог Слово Свое, глубины Божьей, мы не сможем до конца познать Его любовь, Его сущность, Его, знаете, то, что Бог, какой Он на самом деле есть. То, что на самом деле, какой Он Бог во всей полноте. Знаете,
Я думаю, что мы придем туда, и там же будет полностью. А пока мы живем, то, что необходимо, он говорит, я молюсь, чтобы дал вам духа премудрости и откровения к познанию его. И просветил глаза сердца вашего. Оказывается, им нужно было просвещение глаз. Казалось бы, верующие люди имеют любовь, имеют веру во Христа. Но, говорит, я молюсь, чтобы дал премудрости, откровения и просветил глаза. Оказывается, было то, что закрывало. Вот. И просветил глаза сердца ваше, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство, славное наследие Его для святых. Что Бог открыл нам то, что Бог приготовил для нас. Мы читаем, что говорит, для ноги закрыто, Коринфяна пишет, а нам Он открыл это Духом Святым. То есть, когда мы пребываем в Нем, Бог дает откровение, но Он что-то открывает. Вы знаете, когда-то было в моей жизни, где-то в 2002 году, вот, как-то у меня какие-то переживания были, я так думаю, Господи, как я уже устал на этой земле. Вот. И снится мне сон. Я стою на улице, как я стоял во сне, не во сне, на работе, смотрел на небо, и знаете, как это сердце, потому что бывают у нас трудности, когда мы переходим, и кажется, все. Я стоял, вот стою на улице уже во сне, и смотрю на небо, небо звездное, звездное. Вот. Я так смотрю, и так мне начало влекти туда. Я начал подниматься. Когда все ближе и ближе поднимался этот свет, Божий, все ближе и ближе и ближе. И когда я поднялся, смотрю, арка, такая, знаете, красивая арка, калитка. Вот. И оттуда сияние, вот летний день, безоблачное небо. Я мне это не передать. Настолько оно превозносит. И этот свет, что интересно, не режет глаза. Настолько так хорошо. И передо мной, я смотрю, заходят 4 человека. И я думаю, я зайду. Мне так начало тянуть. И вдруг передо мной закрылась калитка. Я думаю, Боже, неужели я не достоин сюда? Я слышу голос. Сын мой, тебе еще рано сюда. Ты еще не все сделал, то, что ты должен сделать на земле. То, что я определил для тебя. И знаете, я так начал спускаться и проснулся. И вы знаете, как такое ощущение? Думаю, Боже, и снова говорю, может, я не достоин. И мне в то же самое снова Бог повторил. И знаете, прошло немного времени, но я этот свет, это небо, я никогда не могу забыть. Знаете, прошло несколько времени, вот, позвонили мне с дому, что у меня племянница умерла. Вот, я ехал на похороны, вы знаете, и так, мы наняли одну машину, вот, едем, и брат чи заснул, чи что, а такая какая-то тревога была, вот, и жена, и дочка моя были, все в машине ехали, вот, и уже заехали за Коростень, Васкевичи, и брат чи заснул, ну было 5:30 утра, ну погода была, а он ехал 120 км на Пежо, и мы слетаем в Кувет, и такой тополь, дали, и машину разбили, мы вышли, слава Богу, ничего, ни одной царапины, ничего, мы стали, пересели в другую машину, остановили, доехали до украинской границы в Беларуси ехать, переходим, это самое, таможню, а говорят, там водитель говорит, вам долго надо будет ждать еще, потому что сейчас пересменка и только это самое. А идти 18 километров до белорусской границы. И вот я прохожу, жена, дочка, это самое, уже после аварии. И вот подходит один водитель, кажет, сейчас мы, говорит, этот вопрос решим за 10 минут. Я говорю, нет, если можно, я, говорю, заплачу, чтобы только подвезли. И он стоит, колонна машин, Opel отгоняет, садится в BMW, BMW 525, подъезжаем, я сажусь в машину, и я думаю, чувствую такое состояние, я попал в клетку. Что-то должно сейчас произойти страшное. И он, кто водитель знает BMW, как она скорость быстро набирает. И он как начал набирать скорость. И вот так, раз, и пошло ложиться спидометр. Я ему говорю, смотрю, 100, 120, 150, 180, 200, 220 километров. Я говорю, слушай, я говорю, что ты делаешь? Мы с одной аварии, ты наша с другую. Я, говорю, гонщик. Я только сел так, и говорю, Господи, сохрани, помилуй. И вы знаете, крутой поворот, я не знаю, сколько мог притормозить, и мы обратно летим в Кувет. Разбиваем мы эту машину. Дым с машины, все, мы вылазим. Господи, слава Тебе! Горы и холмы поколеблются, а милость не отступить.
И я понял, что действительно Бог, знаете, Он сохранит тебе еще рано сюда. Потому у Бога есть времена и сроки. Бог, знаете, действительно настолько могущественный, и Бог открывает и дает познание о Нем. Я думаю, Боже, слава Тебе! Хвала Тебе, прошло, знаете, месяц, 4 человека я видел, как вошло. Прошло месяц, моя родная тетя умирая. Проходит еще месяц, вторая тетя умирая. Проходит еще месяц, брат родной умирает, 43 года. 4 человека, а мы живы. 2 аварии за 3 часа. Разве не чуден Господь? Разве не силен Бог спасать? И в Его руке, если Бог сказал, что рано еще, горы, холм, все пойдет, Бог сохранит. Поэтому, дорогие братья и сестры, что Бог просветил нас, что мы познавали Божью славу, видели, открывает нам. И дальше написано, в чем состоит надежда и призвание Его, и какое богатство славное наследие для святых, и как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих, под действием державной силы Его. Вы знаете, какое могущество, сила в нас, верующих, может Бог делать через нас. Мы сегодня слышали об Илье. Вот. И Павел проповедует, говорит, послание второе послание Коринфянам, 1 глава, с 18 стиха. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас, нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был да и нет». Но в нем было «да», и все обетования Божьи в нем «да», и в нем «аминь», в славу Божью. Через кого? Через нас, через церковь Его. Мы Его церковь. Бог, знаете, много может сделать через церковь. И Он делает, Он, знаете, Он спасает, Он через церковью. Корнилия, почему так ангел явился, да, и говорил, молитвы услышаны твои, но он отправил к Петру. Пойди, Петр скажет слова, которые спасешься ты и дом твой. То есть Бог церкви определил великую задачу. Его имя прославляется через нас. Мы слышали сегодня об Илье. Скажите, вы, кто из вас молился, как Илья, чтобы дождя не было? Я вам скажу, что в моей жизни приходилось пользоваться этим, знаете, обетованием. И я молился. Когда я только уверовал, может, года полтора прошло, я приехал домой на родину. И папа говорит, о, сынок, говорит, приехал, хорошо, коров будешь пастить. Вот. А мы, знаете, с детства, мы, братья, двойнята, мы самые меньшие, мы двойнята. И мы остались уже, все же произъезжали, а мы вдвоем остались, и мы все время коров пастили. Мы пастухи нас даже нанимали везде, потому что ну, нам нравилось пастить коров. И отец говорит, о, сынок, будешь пастить коров? Ну, говорит, каждый день дождь идет. Каждый день, говорит. И такое дает, что, я говорю, папа, я говорю, помолюсь, и не будет дождя. Ну, а он же так, верил и не верил. Ну, говорит, сынок, я побачу, насколько твой Бог есть там или нет. Я говорю вечером, что, говорю, Господи, благослови, чтобы не было дождя. А нам 2 дня пасить коров. Говорю, чтобы не было дождя. Вот, помолился, лег спать, утром просыпаюсь, солнышко. Говорю, пап, видишь, солнышко? Он говорит, сынок, каждый день солнышко с утра, посмотрим, что к обеду будет. Я говорю, хорошо, я же думаю, все же Бог дал, погода. Смотрю, к обеду, где-то к 3 часам, небо все затягивает, черное идет. Господи, укрепи мою веру. Уже не молюсь, чтобы отцов уверил, а уже мою, потому что я же попросил. А вдруг и дождь будет, батюшка скажет, а, таки ваш Бог. Я говорю, Господи, укрепи мою веру. И уже молния, вижу, уже дождь, стена идет дождь. Вы знаете, наше стадо стоит, метр, может, 300 или меньше, тучи подходят, расходятся вот так, разошлись, обошли наше стадо, полил, да. А мы сухенькие. Батька так посмотрел, говорит, да, великий Бог, действительно есть Бог. И на следующий день, это самое, не было дождя, вообще не было. И батька говорит, знаете, я говорю, Господи, я уже герой, думаю, Господи, слава Тебе. Бог услышал меня, потому что, знаете, написано, все обетования, все могущество через нас, верующих.
Знаете, наша вера иногда, знаете, время, знаете, слабнет лишь. Вот я когда только уверовал, знаете, моя вера намного была сильнее. И Бог много чудес и знамений. Сегодня, может, кажется, мы уже опыт есть, там уже как-то надеемся что-то, или мудрости что-то. Знаете, нам нужно, как, знаете, верить, чтобы наша вера не умолялась, как то дитя верили. Доверяться Богу во все дни нашей жизни. И Бог показывает. И Павел говорит, я говорю, молюсь, чтобы для нас было открыто, что Бог Он всемогущий, что какое, знаете, могущество силы Его в нас. Бог много может через нас. Знаете, когда мы свидетельствуем, и Бог будет подкреплять, как апостолы говорят, они говорили, Слово Божие, о воскрешении Его, и Бог под последующими знамениями. Знаете, в моей жизни, когда я свидетельствовал, Бог обязательно подкреплял. Потому что я говорю, что Бог всемогущий, Бог может сделать. Да, будут трудности, будут испытания, потому что иногда люди неправильно преподносят. Приходи к Богу, и тебе уже никаких проблем не будет. И все, те проблемы решатся, и люди идут. Знаете, когда-то встречал такого человека, работали вместе, ну как, они не позвали, там один знакомый, и с ним друг его работал. И он такой матерщинник, так матюкает. Ну я говорю, слушай, ну как, ну невозможно. А он, его друг, каже, Вова, каже, слушай, а он же член церкви был. Я говорю, как? Да, он был верующий, он был член церкви, покаялся. Я говорю, а как, что ушло? А он, говорит, разочаровался, потому что когда ему проповедовали, говорю, приди в церковь, у него много проблем было. И тебе проблемы все исчезнуть. Человеку, кому не хочется, чтобы не было проблем. Всем хочется, всем было хорошо. И он поверил, и пришел в церковь, покаялся, стал членом церкви. А проблемы-то никуда не подевались, потому что сердце-то не те мотивация, не то покаяние, которое Бог хочет. И знаете, и он отошел, разочарован, сказал, вы меня обманули, нет Бога. И попробуй потом этому человеку донести. Поэтому, дорогие братья, если мы молимся, если мы говорим, какой наш Бог, что Он может решать, то Бог будет делать по нашим словам. Когда-то в общежитии у нас жила семья, она немка, а он армянин. Вот. И я им начал говорить свидетельство, а у нее, у мужа ее экземы на ногах были, раны сильные. Вот. И говорю, что Господь может, что Господь всемогущий. И вот однажды она приходит, говорит, Таня говорит, Паша, помолись. Говорит, у меня, говорит, мастит, она как раз родила ребенка, и мастит сильный. И говорит, сказали, только в понедельник будут делать операцию. Потому что без операции не обойдется. Помолись. Я говорю, слушай, давайте вместе помолимся. Бог силен. И я говорю, Господи, укрепи их веру. Пошли им исцеление. Вы знаете, в субботу это дело было. Мы помолились. А? Помолились за его ноги, за ее грудь. Она в понедельник каже, все, говорит, исчезло, Бог исцелил. И знаете, она потом стала ходить в собрание. Они, правда, уехали в Германию, я не знаю, что там дальше. Но факт, когда мы говорим, Бог делает, потому что мы имеем Бога всемогущего. Бог, говорит, я Бог всякой плоти. И Бог дал церкви власть. Написано, говорит, какое могущество в нас. Какая сила Божия может через нас? Потому что все чудеса, все, что делалось на земле, Бог делал через церковь свою, через Его рабов, через Его посланных. Бог делает все, потому что Бог дал церкви власть. Не ту власть, которую ангелы. Ангелы много могут. Но Он говорит, пошли в дом Петра, в дом Симона, там есть кожевник, там есть человек, который скажет те слова, которые спасешься ты. Бог определил власть для церкви, чтобы несли Слово Божие. Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы мы действительно не только имели любовь и веру во Христа, но чтобы у нас было познание о Нем. Тем больше будет у нас познание, тем больше мы можем говорить о Нем, какой Он есть. Говорит, будем стремиться к познанию Его, как утренняя роса, явление Его. Так один пророк говорит, будем стремиться. Это должно быть стремление к познанию Его. Если нас не будет, мы не познаем Его. Так, как Он хочет, чтобы познали Его. Дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы это слово, чтобы мы действительно, потому что Павел, он видел в этой церкви нехватка, проблема. Он, да, видел, что есть любовь. Но он говорит, я, говорит, молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости, откровения, просветил глаза, очи сердца вашего, чтобы была эта полнота.
Бог сегодня хочет церкви, хочет, мне хочет, Он говорил мне, Он хочет каждому из нас, сидящих, чтобы, чтобы являть славу через вас, каждого дня. Кто-то скажет, да я, может, не могу. Бог может. Господи, я говорить не умею. Бог найдет, через кого сказать. Когда нужно, и с лица говорить, проговорила, когда нужно. Когда мы ищем лица Божьего, Бог всегда говорит. Когда мы просим, Бог всегда посылает. Я помню, тоже ехал однажды с Ульяновки уже служение. Говорю, Господи, пошли мне тех людей, которых должен засвидетельствовать. Я зашел в вагон, я всегда тоже так присматриваюсь. Слово там ставил, если оно на крючок кто-то попал, как рыбка, начинаем беседовать. Сидим в купе так плацкартное. Я всегда только плацкартное брал, потому что там больше людей вокруг, там можно говорить. И вот попытался, смотрю, ноль. Ну, я сижу дальше, говорю, Господи, ну, что-то не то. Вот, я вышел в тамбур, потом так молился, потом захожу, смотрю, что-то суета в соседнем купе. Я так раз, и как раз закончился, я не понял сразу. Думаю, я так говорю, Господи, что-то, я вижу, что-то там плохо как какому-то было мужичку. Вот. Проходит полчаса времени, я начал молиться, Господи, покажи, что, что это, что ты хочешь. И вдруг мне проходит, может, с полчаса, не больше. Вдруг припадок берет мужчина. Там ехал муж и жена. Вот. И вот он начал бесноваться. Там страх, там шор. И вы знаете, Бог дал эту силу. Я подошел, начал молиться. Просто запретил ему успокоиться. А потом я стал беседовать с этой женщиной. Говорю, а куда вы? Что с ней произошло? Каждый говорит, так и так. Говорит, вот, наша соседка занималась колдовством. Вот. И он с другом пошли в нее, украли 3-литровую банку самогонки. И она сказала, говорит, я вам сделаю. И потом прошло недолго времени, вот, его сестра вот, жила с мужем, а муж тоже выпивал. И по пьяни этот муж на глазах у этого мужчины зарубал сестру его. И он стресс. И во время стресса вышел бес в него. И он начал иметь припадки его. Я говорю, а как часто происходит? Говорит, я, говорит, просто сегодня удивился, говорит, раз в две недели, раз, может, в два месяца припадки. И мы, говорит, едем в Полтавскую область, там дед-знахарь есть. Вот. Я говорю, послушайте, Бог послал меня сегодня, чтобы вам сказать. И мы начали, мы беседовали до часу ночи. Когда мы вышли, помолились, она говорит, все, говорит, мы, говорит, не поедем больше туда, мы вернемся назад. Я говорю, найдите евангельскую церковь. Больше припадков не было, пока мы уже ехали, больше не было. Я говорю, Господи, слава Тебе, что Ты показываешь. И знаете, Бог показывает, что Бог хочет от нас, что Он всемогущий, что Бог всякой плоти, что Бог дает свободу, дает, независимо в каком месте находится, если мы ищем и просим, Боже, дай нам, пошли, чтобы прославилось имя Твое, не наше, а имя Твое. Бог обязательно будет давать и посылать. Пусть Бог благословит, чтобы мы действительно не только имели любовь, но имели познание, имели труд. И как не пришло время, когда Бог сказал Ефесской церкви, знаю, ты имеешь то и то и то, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Может, кто-то оставил сегодня, может, где-то кто-то охладел. Бог кажет, вернись в то место. Знаете, когда Елисей, пришли, там город был один, и там не было, была нездоровая вода, речки там, рождения не было, то есть проблема была. Ему сказали, Елисей, проблема у нас, нас женщины не рождают, нас то и то. Он взял чашу муки и пошел. Куда он пошел? В истока, там, откуда начинается. Нам, может, нужно сегодня возвратиться туда, где мы потеряли. Потеряли то первое, которое Бог дает. И он тогда всыпал и пошла, стала здоровой. Бог сегодня нам говорит, чтобы мы сегодня проверили, имеем ли мы то любовь, веру во Христа и откровение, познание Его. Пусть Бог благословит. Помолимся.